Дома стало холодно, отопление еще не дали. Остро встал вопрос о покупке обогревателя. Мы выбрали такую модель, которая выглядит совершенно непривычно. Обогреватель вертикальный, марки Tefal. Да еще и с пультом управления, из дивана вставать не надо. Для хранения пульта в обогревателе имеется специальный отсек. Здесь несколько режимов – интенсивный, средний и бесшумный. Смотрите, я включаю интенсивный режим, дует горячий воздух. Средний режим расходует меньше энергии, но и дает меньше тепла. Мне зашел бесшумный режим, идеален для ночи и не отвлекает от дел. Здесь есть таймер, можно задать время выключения или включения. Время задается в часах. Также есть автоматический режим и эконом. В автоматическом режиме обогреватель отключается при достижении температуры 24 градуса, в эконом режиме 16 градусов. В ручном режиме можно гонять обогреватель сколько влезет. Просто выставляем заданную температуру побольше, максимально 35. Это показывается температура в комнате. Обогреватель вращается в разные стороны, распространяя тепло по всей комнате. Мы заметили, что комната нагревается очень быстро и через 15 минут становится тепло. Нагревательный элемент керамический, поэтому не сушит воздух. Фильтр легко извлечь и почистить, сняв крышку корпуса, отвинтив один винт. Вот он фильтр, можно помыть водой. Высота прибора составляет 80 см, длина шнура 1,8, чего хватает на всю комнату, ну, по крайней мере, нам. К минусам можно отнести отсутствие колес. При весе 4200 переносить прибор приходится вручную. Для переноса в задней части корпуса есть углубление. Второй минус – непонятная инструкция в картинках и ни слова на каком-либо языке. Понадобилось время, чтобы разобраться во всех функциях. В комплекте отсутствовала батарейка к пульту, которую мы нашли только в специализированном магазине. В целом довольны, красивый, стильный, функциональный, а главное, греет хорошо. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами, до новых открытий, пока-пока!